Я не знаю, что сказать, дорогие друзья. Хаюшки. Хаюшки, хаюшки. И на этом еще было не все. И на этом еще не все. Я уже потратил более 10 тысяч голды. Это гонч, тоже мой твин. Тоже мой твин. С помощью гончего и прату я тогда оделся, не точился, и гравировался. Я продавал почти их вещи, продавал все, что у них было и так далее. Они не играют, они меня кинули вдвоем. Вот, не об этом сейчас. Начнем. Еще по одной. Так, давайте сделаем так. 50. И 50. Нет, этих я не буду спирать. Давайте все равно 30. Так вот. Наверное, зря, ну ладно, хрен с ним, разберемся. Может, еще кого-нибудь займу голды. Так, все, погнали. Опять 5 эпох чудес, и опять их поднимаю до последнего конца. До победного. Ёпперн театр, ты будешь сюда переходить? Ёп твою... Ай, твою мать. Чем мне сперва отзывать? Куда ты ломанулся? Куда, куда, куда? Все, давай, стой здесь. Мой мифический ларец. Ни одной поломки, и все в мифы. Троллер. Верю в тебя, сука. Упырь ты. Кинул меня и второй раз кинул, да? Если смотришь это видео, иди в жопу. Широкий, жирокий. Сейчас музычку поставим. О, блин, у меня уже голова болит. Реально болит голова. Реально голова болит. They say, damn, homie, you dropping it. How the fuck you keep doing this? Steph Curry flow, cause I can't miss. It's too hard to make it, that's all a myth. I got a game plan that we've drawn up. Now we got people calling us. We rushing in, no stalling us. Trying to flip my ride into a tour bus. What the hell could stop, I be doing in a year? I think these people really stop that. At this point, I disappear. They feel stupid now, for good reason. Right now, it's in my only season. Lost some friends, but I don't really need them. They dime a dozen, that's how I see them all. Также и обломок. Обломок. Обломок два подряд, охренеть. Легенда. Исарский талисман написала бы лучше. Исарский еще один обломок, охренеть. Охренеть. Сейчас все закончу свитки. Please stop sleeping on me. You gon' know my damn face. I won't need an ID. And we wildin' out, doing numbers and shit. Eating these beats like I'm hungry and shit. They asking for features with money and shit. They were leaving me out. Now I'm making their list, bitch. That feel right. See me with a smile on this night. We ain't making yet. We taking steps so like real soon, man. We just might. I've been working. I know everyone say that, and honest to God, I admit that I hate that. But I really be pushing. I swear to you all that you really just cannot debate that. Секунда, пауза. I could take that. I could draw you a map. Putting it on this bitch where I'll be getting cash. Stop. Чуть поинточно открыл, точнее. Стоять, бояться. Да,
Как же все печально. Охренеть. Охренеть. 30 свитков, 5 реликов. Идем на эпоху. Раз эпоха. О, у меня даже ливень пошел. Небеса плачут от моей неудачи. Возрадуйтесь, хейтеры. Хейтеры, ненавистники, гнилые, гнилые. Пять эпох. Мне эпох, пожалуйста. Что вам пох? Дай пох подавать. Хоть один. И, пожалуйста, те, кто смотрит видео, не несите чушь комментариев про то, что ты неправильно точил, надо было двигаться, надо было скидывать в банк, оставлять там несколько этих ящиков, несколько заточек брать. Вешайтесь, короче. Не несите чушь, главное. Хочу сказать, что это последние мои коробки, больше мне их точно не будет, так что... Так что, так... Блин, реально голова раскалывается, охренеть. Легендарно, чтобы точнуть. Давайте легендарно начнем один разок. Нет, то не пошел, точим еще раз эпоху. Нет, и опять не пошел. Давайте то теперь наоборот точим. Оп, легенда. Точим ряд мифа. Нет. Точим эту эпоху. Нет. Точим эту эпоху. Нет. Ужас. Let's go. О, мифы есть. Отлично. И второй миф есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, дорогие друзья, ой, блин. Мифический ларец. Теперь мне нужен два катализатора. Давай два, давай X2, давай X2, дружище, но не давай мне зебру и плащ, пожалуйста. Окей, согласился. Открываем.
Первый. Сука. Откроем второй. Гори ты, мать твою, я за ногу, сука. С синим пламенем, блядь. Просто, блядь, вот так я сидел с этим говном ебаным. Так, иди нахуй. Просто иди нахуй. Ищешь просто что-то иди особенное? Нахуй. Так, сейчас пауза, пока я узнаю, может голда будет. Паузочка. Так, 500 голды мне еще отправили. Может быть, что позже будет еще голда, если у меня останутся ларцы. Что маловероятно, вероятно, на это уже закончится. Давайте точим. Загнан я в долги, в минуса, ну как можно будет из двух ларцев не достать кристаллик, как, блять? Два костюма, хрен с ним костюмы зебры, еще ладно, я даже зебру, может, оставил бы, но два костюма конченых, эти костюмы, которые нахрен не нужны, блять, они просто говно. Ларец, блять, получил. Ларец. Чё, сука? Не точнулись, нихера. Просто элементарно, элементарно жалко даже не голду, не все это, просто это, то, что реально не проходит точки, и то, что из двух ларцев два костюма конченых, просто конченых два костюма. Просто, мать твою, конченых костюма. Кстати, Сардин тоже вытащил этот костюм из ларца мифов. После того, как я не точнул лук, она тоже точила ларцы, и она из там потратила 700 голды, кажется, и в мифы точнула. И у нее тоже выпал костюмчик. Майлы, слышите меня? Засуньте себе в жопу эти костюмы. Глубоко в анальное отверстие ваших серваков. И ваше мышление по поводу того, что нужно было добавить в мифы. Я знаю, что в обнове, возможно, 2.0, да, в 2.0 же, в 1.8 такого не будет, появится... Так, будет шанс, не сломав вещь, точить дальше, я это прекрасно знаю. Так что можете тоже не писать это в комментариях, идите в задницу. С этим комментом, если ты хотел поумничать, я это прекрасно знаю. Но я хотел сделать это сейчас более эпично, более интересно. Как говорит, не насосал, а заслужил. Ай, ну вот так вот, через нервы. У меня сейчас на этой, на переносице швы разойдутся и глаз откроется. Будет третий глаз, у меня будет там просто третий глаз будет. О, я похоже даже зря купил, так, потому что у меня голды мало, мне же нужно эти поднимать в грейде, они же нихера не поднимутся. Сейчас надо бы так голду у кого-то просить, еще искать голду или даже банки продать. Ой, что-то
найти голову. Ну посмотрим, хер знает, что я буду делать. Ломаются, сука, не точно. Три подряд сломались. Четыре подряд сломались. Сука, блин, Майл, блин. Чтоб у вас, блин, загорелся кошкин дом. Музыка закончилась. Да всем насрать на эту музыку. И последний сломался. Да, хватит голды. Глупо рассчитывал, блин, что они точнутся. Извините. Наивный албанский ребенок. Он тоже сломался. Бум, шакалака. А, и он кристалл, и он песок. И это ломается, он мне будет еще один ударить, если совпадает красиво, да. Опа, реликс первого. Ты шутишь? Ты еще скажешь, ты сейчас в попче 91-го очнешься. Нет, не сказал. Голда моя обетованная. Black and white. То, чем один ларец вместо того, чтобы его открыть или сломать нахрен. Ай, блин, я хотел его сейчас сломать, просто даже не открывать. Но он точнулся. Конечно, есть шанс. Конечно, есть шанс. Обломок ларца с секретом. Нельзя так говно маленького бить, да никак. Хотя чё, он мне ларцы дал, мифические две штуки. И довольно-таки быстро. А кристаллы уже не выпали. Ой, блин. Издатель. Обосратель, а не издатель. Мозги ебатель. Ануса поджигатель. Дорогие друзья, и это пройдет, как было, насколько я помню, написано на кольце Соломона, чтобы нищих обрадовать и богатых опечалить. Все, всем на этом спасибо, всем пока. Цель вне досягаемости. Пока-пока.